В Лимане после капитального ремонта открылась центральная библиотека. Это был совместный проект Международной организации по миграции, громады Лимана и посольства Японии. Я также очень рада, что библиотека возобновила свою работу и была восстановлена. И я очень рада, что библиотека может быть не только местом, где люди приходят, чтобы взять книгу, но и также местом, где собирается громада и где люди общаются. Работники библиотеки говорят, что капитальный ремонт помещения не проводился давно. Таких ремонтов на моей памяти не было. Было на моей памяти два капитальных ремонта, ну, совершенно покрасили, знаете как, подмазали. Вот это мы капитальные, ну, обои переклеили. Такого ремонта у нас, конечно, не было. Библиотека полностью изменилась и внешне, и внутренне. Была перепланировка помещения. Созданы две такие большие площади, где можно общаться, где можно собираться. По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, инвестируя в инфраструктурные объекты на Донбассе, посольство Японии в первую очередь привлекает инициативных граждан и активистов. Чем подобається така робота, що вони створюють ініціативні групи, які мають розбудовувати фактично життя в громадах. Не все життя будуть допомагати японський уряд, там інші люди мають самі почати дбати. На реконструкцию и переоснащение библиотеки правительство Японии выделило 35 тысяч долларов США.